Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Франция бастует против роста цен на топливо и хочет усилить санкции против России. Российский телеканал «Мир-24» вчера показал видео с массовыми акциями протестов, прошедших в Париже. На улицы французской столицы и других регионов вышли тысячи недовольных рекордным ростом цен жителей. Примечательно, что протесты прошли ровно за неделю до выборов президента Франции. На фоне вчерашних событий французские аналитики сообщают, что рейтинги Эммануэля Макрона стремительно падают. Едва ли есть сомнения в том, что текущей благоприятной для себя ситуацией сумели воспользоваться оппоненты действующего президента и, прежде всего, известная ранее своими пророссийскими взглядами Мари Ле Пен. Макрон еще неделю назад рассматривался в качестве явного фаворита на президентских выборах, однако за считанные дни растерял львиную часть своего преимущества. Причем произошло это на фоне усиления активности Макрона в урегулировании конфликта на Украине. Французы прекрасно видят, что дипломатические усилия президента не приводят к миру. При этом стремительно ухудшается экономическая ситуация в самой Франции. За последний месяц цена так называемой продовольственной корзины, включающей основной набор продуктов, подорожала почти на 7,5%. Расходы на бензин выросли на 22%. На коммунальные услуги, в частности газ, на 47%, на свет на 29%. Для Франции это небывалый рост цен. Естественно, жители страны к этому оказались не готовы. При этом эксперты уже предупредили население, что пока во Франции подорожали лишь 10% продуктов. Прежде всего это топливо, электроэнергия и продовольствие. При этом цены на все остальные продукты, а также услуги, сильно вырастут уже в текущем месяце. Для Макрона ситуация усугубляется тем, что его не поддерживает самая активная и бедная часть страны, так называемые «желтые жилеты». Они готовы голосовать за любого кандидата, но только не за действующего главу государства. Французское правительство не способно предотвратить рост инфляции. Единственное, чего Макрон смог пообещать, так это небольшую индексацию минимальной заработной платы в 2,5% с 1 мая. Естественно, если он останется в президентском кресле. Тем временем, пока еще действующий министр экономики Франции Бруно Ле Мэр пообещал в ближайшее время принять новый пакет экономических санкций против России, который должен затронуть поставки российской нефти и угля. Это будут так называемые секторальные санкции. Со слов Ле Мэра, договоренность об этом уже достигнута с руководством всех 27 стран Евросоюза. А это значит, что европейские жители должны готовиться к дальнейшему росту цен на все.